Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Да, давненько я не заходил в игру. И, как ты видишь, у нас закончилась старая лига и началась новая. Я, ребята, достиг высшей лиги, поэтому получаю полностью награду. Давай смотреть, что нам выпадет. Надеемся, что выпадет хотя бы одна легендарочка. Я уже молчу про парочку. Ну что ж, поехали. Так, необычные у нас пошли. Ну, тут, ребят, слушай, слишком много. Блин, ну все, ребят, можно забыть про легендарные карты. Лишь по одной причине. Очень много необычных дали. Мегаредкая. Держи карман. Да ладно, и что? Ребята, морозный арбуз, в принципе, это неплохо, как по мне. Фух, хотя бы одна легендарка выпала, я уже, ребята, доволен, потому что это все было не зря. Ну, а мы с тобой переходим на следующую лигу, 67-й сезон, как ты видишь, и начнем с ежедневок. Так, нанесите 20 единиц урона бабахам, выиграйте игру мозговитым зомби-героем и выиграйте за мехом. Так, ну что ж, давай за бабаха попробуем поиграть. 20 единиц урона нужно нанести нам бабахам. Я думаю, что мы, конечно, нанесем, ребят, там не суть выиграть, там главное нанести урон. Поэтому давай попробуем. Давай-ка мы с тобой попробуем. Так, это я, наверное... Слушай, ну неплохо, ягода идет под кактус. Очень даже хорошо. Хм. А если я поставлю вот так? Интересно, у него не было как-то помешать нанести урон? Вот это вот не совсем, ребят, хорошо, конечно, ладно. Пускай будет так. Поехали. Ну что, мы ему нанесли уже 5 урона. Я, в принципе, могу даже ее... защитить через орех. Но кто у него тут может быть? Вот в чем вопрос. Кто может быть там? Вопрос интересный. Давай я сделаю вот так вот. Сумоист. Ну и то, что он сюда поставил, ребята, это ничего страшного. У меня есть, ты видел, у меня есть кактус. Эту шапокляк мы тоже уничтожим. Так что можно пока не переживать. Пока можно по этому поводу не переживать, ребята. Так, ну что, начнем с этого, да, наверное? Так, насколько я понимаю, здесь наверняка будет, ребята, сумоист. Поэтому мы сделаем так. И, наверное, вот так. И пока все. О, рикошет. Угу. Рикошет, друзья мои. Так, что интересно дальше он придумает? Интересно.
Так, ну... Не знаю, если он сейчас будет его в могилу прятать, у меня есть на этот случай могила Ед, но я не знаю, кого и куда он будет ныкать. Ну, что ты там задумалась-то, эй? Нептусь. Неправильный выбор. Совсем неправильный. Блин, сдался противник. Сдался, ребята. А мы так и не нанесли с тобой. Сколько нам надо было? Дофига урона, да, нанести? 20 единиц. А мы нанесли всего лишь 14. Да, 6 единиц не успели. Ладно, давай попробуем еще тогда попыточку с тобой провернуть. Я думаю, ребята, это чай каркаде, если кто-то что-то думает, как обычно. Нет, это просто чаек. Просто чай. Так, что у нас тут? Ну вот это, наверное, я уберу пока. Да чтоб тебя. Чтоб тебя. Не очень-то все хорошо, конечно, тут появилось у нас. Так, у меня есть ландшафт. На ландшафте... На ландшафте надо будет что-то ставить. Что-то путевое. Этого я бомбану. Вот этого тогда нам придется, да, уничтожать. Давай так посмотрим. Ну что, фокус у него не удался. Он хотел что-то провернуть, но пока не особо хорошо у него получилось. У него заклинаний может быть куча. О, есть что делать. Так, ребят, вот теперь надо подумать. У него 5 энергии. Вот как ты думаешь, у него есть ландшафт? Или нету? Давай проверим. Так, он опять берет энергию. Нафига ему столько энергии, друзья? Очень интересно. Очень интересно, ребят, нафига ему столько энергии? Хотя я, кажется, догадался. Куробойщик, наверное, да? Или нет? Он еще и этот ставит сюда. Ну давай. Наверное, ребята, у него куробойщик здесь будет. Посмотрим, что у него тут сидит. Так, понятно. Шаманство. Ребята, раз столько заклинаний он применяет, это неспроста. Это неспроста. Угу. Так, ну это мы уничтожаем швабру сразу же с тобой тогда. Таким вот образом. Этого поставим сюда. И сделаем вот так вот. Пока все. Ну вот так вот, да, значит он решил. На случайных линиях размещает двух. Кто сейчас выпадет у него здесь, как думаешь?
Ага. Поехали. Сделаем так. Дальше сделаем с тобой вот так. Ну, наверное, плюс вот так вот. Будем смотреть. М? Я тебе говорил, что... Ёпарасоте, вот это все, ребят, это хана. Ну как вот так вот можно играть? Когда ему, блядь, выпадает зомбот, ребят. Ну как можно вот так играть, ну? Если бы не вот это говно, ничего бы у него не получилось. Вообще ничего не получилось бы. Ну просто какой-то... Вот не везет мне вот в плане вот этого вот. Всегда, когда они делают вот эту кровавую луну, у них всегда, ребята, выпадает зомбот. И я когда делаю такую луну, у меня хрен, когда он выпадет. Так, ну что, давай тогда за замеха нам нужно нанести 20 единиц урона. Поехали. Замех. Подожди, замех, это же у нас зомби. Так, посмотрю сейчас просто быстренько колоду. Угу. Может вот эту использовать, а? Ребят, что скажете? Давай, наверное, попробуем вот эту вот взять с тобой. А вдруг нам удастся ее провернуть? Я не очень, конечно, уверен в этом. Но вдруг. Поехали. Прикинь, вот так вот играешь, 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 да? Выпрыгивает долбанный замех. Зомби механический вот этот. И все разносит твое. Все абсолютно. А так бы ему крышка была бы. Блин, ну куда ты-то лезешь? Ну ё-моё, ну против Бонгчуя. Да, такой себе, ребята, против Бонгчуя. У меня тут 7-5. 18-й ранг. Ботаничка, это, конечно, хорошо, но это если бы у меня что-то было, например, вирус. Хотя, если вот так... Нет, я пока пропущу. Так, вытягиваю две карты. Ну, давай я сделаю вот так. Просто гляну, что у него там может быть. Так, ну что, тут уничтожаем тогда, да, получается? Делаем так. И вот так. Блин, мне нужны заклинания в конце-то концов. Опа. Так, друзья мои. Ну, я, наверное, пока ничего не буду делать. Кого он сюда хочет влепить? Как ты думаешь? Давай сделаю вот так вот. Угу. Так-с, ребятушки. Проскок-то как бы нежелательно мне делать. Yeah.
Так, ну здесь можно, в принципе, прикрыться. Бонусная атака, интересно, есть у него или нету? Ага, вон он что у него. Смотри, что творит. Так, ребята, ну что, у нас есть чем прикрыться. Будем его бомбить. Он же уничтожит же, да, по-моему? Он должен его уничтожить, ребята, насколько я помню. Так, сделаем. Грипп? Ты, блин, серьезно сейчас вот это вот? Ну-ка, давай в блок мне. Слушай, а могила Ед, а вдруг у него могила Ед есть? Ну давай проверим. Так, если он будет сейчас расставлять здесь всех. Ну вот как вот можно, ребят, ну... Ну как, блин, можно? У него и могила Ед есть. Твою налево. Да все, короче, мне хана, ребят. У меня нет слов. Я ему нанес всего 4 единицы урона. Ну, замех. Ну, ты даешь, блин, а. 18 рангу проиграть. Не забывай об этом. Ну, что выпадает-то какое-то барахло, блин? Я вот бесит меня, блин. Ну, я, наверное, пока не буду трогать. Не вижу в этом смысла, ребят. Конечно, он будет прикрывать, наверное, сейчас кого-то или чего-то. Опять же, не будем пока. Хочу посмотреть. Вот. Смотри, как удачно ребята делает. Прям подстать. Прям подстать он сделал это все. Господи, у меня будет кто-нибудь помимо вот этого хламона сегодня или нет, а? Ну, у него может быть микс там или еще что-нибудь, я не знаю, ребят. Так, мы прикрываемся. Погнали. Так, ну а дальше что? А дальше нам, наверное, придется вот этого поставить и прокачиваться, прокачиваться, прокачиваться. Только такой вариант. Сдался. Сдался, блин. Ну, а мне-то нужно было что? Мне нужно было нанести урон. Так ведь? Угу. Продолжаем, друзья, бомбить, пытаться. Они сразу сдаются, блин. А у меня фигня получается, ребята. У меня пол игры, блин. Тусим, тусим, тусим. Потом ты понимаешь, что уже тусить некуда, блин. Тебя просто бомбят. Вот и все. Вот. И вся твоя игра. Я вот тоже не понимаю, нафиг мне и гаргантолог здесь. У меня же вроде бы там нету особо так сильно гаргантюашек всяких. Нафиг он мне здесь нужен-то? Ладно, будем смотреть, что там дальше.
Ну, Роза, ой, Роза. Этот, что зависло-то там? Походу завис, вылетел, друзья. Что за игра у нас сегодня, а? Раз в пятилетку зайдешь, и на тебе, все через одно место. То проигрыш, то персонажи вылетают. Давай дальше. Мне всего лишь 20 единиц урона надо нанести. Я от нее, от этой игры, многого не прошу. Дайте мне 20 единиц урона. Кстати, нам нужно с тобой набить 110. Слушай, у них что, блин, болезнь, что ли, на эту зеленую тень пошла? Смотри. Который раз уже подряд эта зеленая тень нам выпадает. У меня нет ухода первого. Я могу только лишь поставить телепорт. Даже черная дыра называется по-умному. Давай сюда вот я ее поставлю. У меня два вируса. И что мне с ними делать? Ребят. Гаргантолог. Ну давай хотя бы его поставим сюда. Гриб. Гриб сюда должен перелететь, нет? Три единицы урона. Смотри, что вытворяет, а, друзья мои. Смотри, что вытворяет. Ну, нечего мне, блин, поставить здесь. Просто вот нечего поставить, и все. Я прям не знаю. У него рикошет все это время был. Ребят, прикиньте. Ну тут уже бесполезно, ты сам же понимаешь. Что вот это такое? Ну какого хрена одни заклинания-то надавали, блин? Замех, запарил ты уже, а? Дай мне нормальные колоды. Если ты даешь, блин, заклинание, ты дай мне тогда эту, блин, ботанку. Ну что вот это такое? Ну что вот это вот такое, ребят? Блин, я не знаю прям. Ботанки нету. Так, это опять у нас Бунчой. Заклинания есть, блин, ботанки нету. Как хочешь, так и играй. Ну если я поставлю этого даже, он же сейчас что-нибудь довлепит, как всегда. Что-нибудь да поставит, блин, какую-нибудь капусту или еще что-нибудь в этом роде. Вон, что он делает. Ну, кого ты там дальше поставишь? Понятно. Усиливать будешь? Будет. Всех в отстой. Да ладно, неужели твою налево выпало? Радость ты моя. Угу. Ну что, сдуваем его, да? Так, это чудище сдуваем тогда, получается. И вот так вот сделаем еще.
Так, поставил. Делает вот так вот, да? Зачем я эти подарки ума не приложу, ребят? А что, я здесь ничего не сделаю? Поехали. Как думаешь, Могилоед есть у него или нету? Давай проверим. Не знаю, как насчет Могилоеда, но у него 5,2,7. Так, нам придется фараона брать с собой. Вот этого вот. Или же вот так. Угу. По-моему, опять хана мне, да, ребят? Пока живем. Бомбим. Надо было, правда, вот сюда вот ударять, наверное, скорее всего. Один сюда выпадет, да, росточек, я понял. Угу, морковка. Нам вирус активируйте, все, ребята. Да пошел ты, знаешь, куда, а? Все, ребята, вирус активируем. Ха-ха-ха. Хламонище. Блин, если бы он вот этого поставил бы на горох, вот сюда бы, вот сюда бы. Я не знаю, почему он его сюда решил поставить. Вот здесь бы, если бы он поставил бы, он бы меня бы, ребята, разнес бы в хлам. Но он почему-то поставить его решил здесь сбоку. Я не знаю, почему. 34-й ранг, как бы, на глупого человека не должен смахивать. Но он сделал вот действительно глупую ошибку. Сыграл на меня, одним словом. Так, ну что, выиграйте игру мозговитым зомби-героем. Мозговитым, ребята, зомби-героем. Мозговитый — это кто у нас? Это вот этот у нас парень мозговитый. Кто у нас еще мозговитый? Профессор, по-моему, у нас мозговитый, да? Угу. Ну, я, наверное, лучше возьму вот этого. У кого-то любимый профессор мозговая атака. Я, ребята, за него пытался играть, я не могу. Я играл с такими командами, которые меня просто в три щелчка выносили. Ну и что это? Ну что это такое? Твою налево. Ну ладно, давай хотя бы так оставим. Сто процентов начнет, наверное, с ореха, как обычно. Мне так кажется. Ну, давай проверим. Даже ореха не было. Мне пока никого поставить. Ты гляди, что творит, а? Батарагу, ребята, решил воткнуть. Понял? Угу. Мне вот интересно, что он задумал. Ну, если я вот так вот сделаю.
У меня же есть вон что. Если он, конечно, не прокачает ее. Ну, как скажешь. Как лучше сделать-то? А поехали. Черт с ним. Так, да, значит. Блин, как лучше сделать? Как лучше сделать, друзья мои? Я знаю, что он пробьет, это понятное дело. Ну давай, наверное. Давай так. Пока вот так, ребят, оставлю. Он опять за свои, да? Можно было бы, конечно, вот эту вот пакость уничтожить, на самом деле. И надо было ее уничтожать. Этот же у меня уже все без кровожадности. Че, он неуязвимость поставит? Стенорех. Поехали вот так вот. Сейчас начнем. Ты смотри, что у него, а. Ну, этим вот кранты, ребят, сейчас будут. Вот этим вот. Да ему, наверное, кранты вообще будут. Есть. Прекрасно. Разбомбили. Ну что, мозговитый, ты доволен? Да, конечно, он доволен, ребята. Как он будет недоволен? Такс. Это выполнили. У нас еще должна быть, ребята, ежедневочка, да, насколько я помню. Невероятное событие. Стратегическая колода Цитрона. Великая стена предназначена для неторопливой игры. Как и колода Замеха, пир монстров, удастся ли вам выиграть, если боярышник снабдит вас дополнительными картами? То есть я играю за Цитрон, да? И мне дадут боярышник. А у него, значит, блин, гаргантолог. Вы серьезно сейчас? У него, блин, гаргантолог. Он сейчас боярышник мне просто-напросто этот разнесет пух и прах. Мне кажется, так. Давай я так вот сделаю. Просто посмотрю. И нафига. Чего мне дают тюльпаны-то эти? Чертовы, я не понимаю. Так, давай этого сюда. Так, ну этого мы сносим. Мне бы как-то вот поставить. А вот никак не поставить, друзья, к сожалению. И он так действительно неторопливо играет. Вот еще один боярышек мне дали. Он пошел в отхил. Так, подожди секунду. Ну, я так вот сделаю.
Блин, сейчас начнет. Сейчас, друзья, начнет раскидывать своих тупоголовые яйца вот эти вот. Неторопливая, говорит игра. Совсем неторопливая. Смотри, что вытворяет, а? Смотри, что вытворяет. Там тоже неизвестно, кто будет. Давай так сделаю тогда я. Кто там у него появится? Ты издеваешься, еще дурень этот с кукушкой вылез, блин, придурочный. Лучше, блин, не придумаешь. Офигенно. Офигенно, блин. Да ну фигня какая-то, блин. Я, короче, вот так вот тут как-нибудь. Как-нибудь вот так, что ли, сделать. И вот так вот. Ну а что еще остается, ребят? Это сейчас своего упыря мелкого кинет. Так, ну мы его раздаем, да? Блин, и здесь уничтожим. Сейчас еще одного упыря кинет. Так. Да ты запарил, а? Та-та-ра. Ну, если я сделаю вот так, например. И что? Ну, вот так вот, наверное. А что еще остается, ребят, делать? Ну, благо у меня. Ага, вот что он делает. У него две карты. Ну что, ребята, лицо разбиваем ему, да, я так понимаю? Хрен ты ему лицо разбиваешь. Не разбиваем ему пока вообще ничего. Но он нам тоже ничего не сделает. Пока мы здесь стоим. Мы неуязвимы. На данный момент. Но сейчас вот надо, наверное, нам применять уже. Посмотрим, что он сейчас влепит. Лохмотье. Да ладно, ты серьезно? У тебя ничего не оказалось? О, парень, тогда извиняй. Тогда извиняй. Кто-то бросает вызов в такое время. Да. В 6 часов утра вызов мне бросает. Нормально. Ну что, друзья мои, как думаете? Гениально. Все, ему край. Даже это ему не поможет. Да то, что ты хоть ты тут заноси 3 единицы урона. Там еще один стоит. Все. Все, ребята. Это был... Ну, эпическим боем не назвать, но я думал, что мне все, мне край. Думал, меня прижучит замех к стенке. Тем более, ты видел, как он начинает.
Но выкрутились мы. И очень даже неплохо. Так. Ну что, дорогие друзья, наверное, будем на сегодня закругляться. Игр еще у меня впереди много, которых надо поиграть сегодня. Уж извините, не для любителей, конечно, игры Marvel Snap. Но сегодня серия будет, потому что давно не заходил. Ребят, надо забрать все награды и поиграть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.